Это люпус. Отстающий. Я надеюсь, что... Что-то пишут, они эти туры такие. Идем в гости к арабам, посмотрим, чем это закончится. Да, нет, я видел их там, но там два, три. Арабская деревня, неизвестно название. Привал. Люпус, водки. А водки? Да. А сколько еще их? А по времени не понятно. По времени сейчас. Я просто сейчас будем чай пить, я не знаю, надо будет или нет. У меня еще этот пакет не допил. Смотри, воды много не было. Я свой этот литр пакет закончил, сейчас залил на полтора литра. Я взял с собой эту штуку еще. У кого вода еще есть? Самое какие-то скачем, мы из-за Вадима стоим. На душе лев. Дайте воду, пожалуйста. Гора того нас сопровождает на всем протяжении пути. А можно зачитали? Можно? Там все проснулись жизни, слушайте, сразу. Кирикали, ну да, конечно, конечно. Сразу улыбаться все начали, жизнь вернулась. Консервы с какой скоростью? У Игорь, у Газия или у кого Газия? Что, газия у меня, газия, поэтому газия. Ребята со мной дружить. Чайник у меня. Так, попрошу в обмен на Газию так. Атирас один. Этот самый бутерброд с лугуни. И кабан. Момент, который я больше всего люблю во всех этих покатушках. Как обычно. Это да, это традиционно. Это Керен Хаями здесь, не забудь, слушай, тут шмар-тэв, нельзя тут сжигать. Они подумают, что мы костры со столов палим. Мерси бакуль. Хорошо сидим. 95 номер готов. Есть желающие? Каждый занимается своим делом. Что хотим заваривать? Зеленый. Зеленый. Страшно, боюсь. Громко кричал. По
палочками чистит, он вел на себе прет, он уже не знает, что ему сделать, он знает, что колеса не крутятся. И после этого он поменял на Давай, вот тут в этом случае двухподвес помогает. В этом случае защита помогает. Нет, это другое дело. Мариночку лучше снимаешь? Спускаться. Да, а как же? Чем ты меня? Что? Да. Марина, назад немножко. Назад. Попу назад. Для этого у тебя есть темные, очки, чтобы глаза переполнены. Бегай назад. Пристаешь и смешно. Как и договаривались, да? Фу, да. Тепло сегодня. Держа палатку, чтобы ветром не унесло. Сначала соды. Снять первый, так сказать, стресс. Пенки. Пенки, да. А потом можно допить кофе. Я взорву сначала в туалет. Классно, почему? Классно. Будьте здоровы. Вот на подбитом лесопеде. Что с передачей? Она монетка поломала. Как всегда, ты на высоте. Стояла в тени, стояла. Лёд весь не растаял. То есть коэффициент нагрева не был принят в учёбе. Нет, маршрут явно не доезд. Что-то не растаяло, вывод, что маршрут мы не доехали. Так, ехали на второй круг. А ты пришла посмотреть? После такого маршрута. Честно, у меня уже ничего не лезет, пришла просто. Ничего не дает. Я люблю такие.